Доброе утро, уважаемые телезрители канала YouTube. Сегодня мы разберем теорию, почему ротавертер, система ротавертер работает. Хотя и многие тут говорят, что она не работает. Разберем принцип, то есть теорию этого всего, почему оно работает. Разберем на систему. Вот вкратце система ротавертер, мотор, вал, генератор. Схема простая. Вход 220 вольт, переменный ток. Фаза 0. Мотор мощность 225 ватт. Вот тут вал, соединение вместе. Генератор. Такой же мотор, только на 550. Моторы от стиралки применяются, хотя лучше, конечно, применять, может быть. Вот этот мотор, неважно какой, асинхронный, лишь бы оборотов было много, синхронный. А вот это можно применять и с магнитами, с постоянными, даже надежнее, но у меня нету. Применяю такой. То, что есть, как говорится, то есть. Все равно даже применение этого дает что? Значит, мы запитали систему 220 вольт, мотор стал крутиться. Напряжение, значит, вернее, мощность его, 225 ватт, передается на вал. Вот сюда. Тут вот, значит, щетки, две щетки вот на валу. Одна вот и вторая щетка. На валу две щетки вот эти. Так. И отсюда выходит, значит, как я говорил в предыдущем ролике, 775 ватт. Почему? Потому что вот это 225 передается сюда мощность. А в это мощность 550. Но по закону сохранения энергии якобы они скажут, что вот эти 225 могут только передаваться сюда, и еще тут плюс там трение, там туда-сюда, и получится, что даже не 225, а там 180 на выходе ватт. Однако это не происходит. По причине, почему? Потому что мощность, ток, вырабатывается вырабатывает электромагниты. Вот два электромагнита. Вот батарейка, значит, батарейка от 9 до 12 вольт, от 7 до 10 ампер. Не более хватает. Значит, батарейка только вначале дает что-то для возбуждения генератора. А дальше генератор начинает раскручивать, и батарейка уже, значит, заряжена током, она электромагнит становится. Именно этот электромагнит вырабатывает ток. А что, для чего нужно тогда кручение? Кручение нужно для того, чтобы пропустить этот, он здесь вырабатывается между двумя, значит, электромагнитами и вот этим ротором вырабатывается ток. Чтобы пропустить этот ток, чтобы он выход шел, если он, допустим, не будет крутиться, начнут греться, ток будет стоять вот здесь в катушке и здесь. А когда она крутится, вырабатывается, значит, она дает мощность вот этому потоку тока. А ток — это живой поток, это магнитный живой поток. Его даже можно ощутить, что, как говорится, однофазный ток он притягивает. Однофазная, нолифазная, она притягивает. Когда попадаешь под 220, оно притягивает. Вот оно притягивает, а между двумя фазами оно отталкивает. И вот это все передается момент, вот это все передается на выход. То есть вот этот мотор дает 225 вольт, он не вырабатывает ток. Вот это, он не вырабатывает ток. Ток вырабатывается здесь уже самим. Он просто пропускает этот поток и дает инерцию, чтобы пропустить, нужно промежуток. Вот. Значит, все зависит от кручения этого всего.
И поэтому получается, что вот эта мощность не теряется здесь, а прибавляется с этой. Потому что она не служит, эта мощность не служит для выработки тока. Она только служит для кручения. А крутить можно даже и меньшим током, вообще даже не 225 ватт, там, а 50 ватт можно крутить. Но главное, чтобы совпадала скорость. Чем больше скорость кручения, а так как оно легкое вот это вот. То есть моторы разные, допустим, а сами валы по весу может быть одинаково, то есть сила идет одинаково, что он самого себя крутит 225, свой вал. Ну не сам себя, здесь ему подается питание. Что он этот крутит, это мало теряется при этом. А наоборот увеличивается за счет того, что здесь уже пошел ток, в итоге дает 775. То есть получается, что ученые-то врут, он не теряется этот, энергия не теряется вот это вот, в это. А преумножается, энергия преумножается. Если здесь поставить больше генератор, у меня нету, еще будет больше. Пока скорость вращения, пока вот это сможет вращать его с нужной скоростью. Главная вот задача вот этого мотора вращать с нужной скоростью. Если будет нагрузка, ему как бы тяжелее вращать, он немножко тормозится, но тем не менее, даже нагрузка вот эта вот 775 ватт дает возможность получить 220. А если без нагрузки, тут выйдет не 220, тут выходит 500 вольт. Понимаете? Значит, вот типа теория, значит, совершенно точно доказывает, что система будет работать даже, как говорится, я обосновал эту теорию об этом всем, что эта система работает. Но при том, что большие обороты, и значит, чем больше будут вот эти обороты, тем мы больше можем получить вот эти электромагниты. Значит, это будет вращаться сильнее, эти электромагниты дают ток. И чем он больше будет пропускать его, этот ток, тем он будет сильнее. То есть, как бы ток разгоняется, это как вот разгоняется волна какая-то, энергия разгоняется. То есть энергии нужно пространство. Что такое энергия? Энергия – это движение. Для движения нужно что? Пространство. При быстром кручении, чем быстрее кручение, тем больше пространства. Больше пространства для движения. То есть сила пошла, открыла, и значит поток тока увеличивает свое напряжение и, соответственно, мощность. Вот это вкратце теория. То есть получается все, но с научной точки зрения все точно и все совпадает. А теория сохранения энергии, она ошибочна. На этом заканчиваем сегодня. До свидания. До новых встреч. В эфире.